Всем привет, с вами Миша, и сегодня мы будем снимать Transport Simulator 2021. Итак, вышло обновление. Сегодня будем кататься на 53-м маршруте. Сейчас поменяем. Так, мы сегодня поедем на маршрут 53. А мы начнем. Осторожно, двери закрыли. Так, поедем вот сюда. Сейчас горит класс. Сейчас зеленки горит. Здесь новые отображаются. 53 и 33 маршрут. Там остановка только вот там. А здесь это новая остановка. Сейчас мы находимся у пляжа. Куда здесь там песок. Осторожно, двери закрываются. Соблюдаем правила дорожного движения. Сейчас здесь-то там двухэтажные дома. Осторожно, двери закрываются. Сейчас едем на следующую остановку. Сейчас горит класс, классный. Едем. А здесь мы поедем на трамвайные пути. Здесь раньше ехал вот сюда. Здесь сейчас едет, да, только вот. Так. Мы сейчас поедем. Поворачиваем. Там стоит автобус на остановке.
Этот маршрут там написано с номером, но там есть кнопка депо. Ладно. Так. В общем, сейчас мы поедем на следующую остановку. Но здесь это новый мост. Здесь это с шлагбаумом. Мы не поедем на классный. В общем, сейчас поедем на следующую остановку. Я еду по 90 километров в час. А здесь там на стабнице. Но здесь это десятиэтажные дома. Едем на следующую остановку. Здесь это новые остановки. Здесь это рынок. А это парковка. Так. В общем, осторожно, дверь закрывается. Сейчас дверь закрывается. И поедем на следующую остановку. Здесь там название. А здесь там площадь. Так, едем, сгоняемся. Сейчас мы едем 93 километра в час. Остановка, центральный вокзал. Конечная. А здесь там лежат рельсы. А там туннель. Автобус следует по маршруту. Ехал. Куда еду? Ну а мы едем сейчас на новом автобусе. Автобус следует по маршруту номер 59. Да, конечно, если... Сентуал. Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка. Мы едем... 80 километров в час. Здесь можно нажать, чтобы камера была.
Здесь это у нас рынок. Закрывается. Едем на следующую остановку. Остановка. Здесь это двухэтажный. Осторожно, дверь закрывается. А здесь это с названием. Остановка. Там стоят новые дома. Осторожно, дверь закрывается. Мы поедем на мосту. Мы сейчас ехали на 93 километра в час. Здесь у нас трамвайное кольцо. Трамвайное кольцо. Здесь это поворот. Да не едь в встречку. Лучше плава сточила тачку. Едь не по встречку. Если ты получил плава. Так. Мы прибыли на остановку. В общем, сейчас едем на следующую остановку. Если автобус едет на встречку, тогда я говорю, что если получше, могла сначала дать. Остановка. Едем на следующую остановку. Едем на следующую скорость. Это знак 100. Остановка, пляж. Так. Осторожно, двери закрываются. Здесь уже достойна дорога. Это знак, что написано, что это временная остановка. Осторожно,
Так, вот мы приехали. Остановка Центуал конечная. Так. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А еще, когда вы уже подписывались, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Всем пока.